Майнкрафт, но найди все аномалии или умри в Майнкрафт. Я очередной охранник какого-то никому неизвестного заведения. Мне сказали, что я буду не совсем охранять здание, а не позволять захватить его некой нечисти, которая происходит там уже очень давно. Конечно же, я в это не поверил. И теперь мне придется быть самым внимательным человеком на планете, чтобы увидеть все аномалии, которые происходят в этом заведении. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, ведь это страшный ролик, а вы любите страшные ролики. О господи. Немножко вам расскажу, что нам нужно делать. Итак, сейчас нам дается ровно 90 секунд для того, чтобы походить по всем этим местам и запомнить расположение и местонахождение всех предметов. Как выглядят картины, как выглядят эти всякие предметы, как открыты ящики или закрыты. Совершенно непонятно. Вот здесь даже есть небольшой темный сад. И здесь тоже нужно что-то запомнить, что именно я не знаю. Но нам придется потом по видеокамерам смотреть на все это дело, запоминать и выявлять всякие аномалии. Это будет очень тяжело. Вот тут, например, открыто всего лишь 2 ящика. Стул отодвину тоже немножко. Ну и в целом все, больше здесь ничего такого нету. О боже мой, это будет страшно, это будет реально очень страшно. Тут есть какая-то кухня, вот стул стоит, нужно запомнить, что он здесь стоял. Ну и вроде бы больше я здесь ничего такого не вижу. Так, и тут роза. Тут роза, тут 2 картины. Значит, тут валяется какой-то чувак, а тут просто горы. Ладно. Все, погнали, 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 погнали. Нам сейчас нужно найти компьютер, сесть за него. Вот он, кажись. Подходим к монитору. И у нас открывается вот такая вот менюшка. Мы можем смотреть активные камеры. Например, главный зал. Вот так вот это все дело крутится. И нам нужно быть безумно внимательным, чтобы находить все аномалии. Все изменения, которые могли происходить. Так, 3 кружки, 3 кружки, 4 кружки. Молоток лежит. Это очень тяжело, ребят. Это безумно тяжело. Вот здесь, например, в архиве открыты все вот эти вот штуки. И, по сути говоря, если они будут закрыты, значит, это аномалия. Если вот этот стул, который сейчас придвинут, он отодвинется, значит, что была какая-то аномалия. И нам все это нужно с вами репортировать. Тут здесь репорт, например, главный зал, изменение объекта, передвижение объекта, пропажа объекта. И все такое. Ребята, это будет сложно. Поэтому будьте аккуратны и внимательно со мной следите за каждой вещью, которая здесь может происходить. Если вы услышите непонятные звуки, либо заметите что-то, что изменилось, пишите об этом в комментариях обязательно. Так, ну вроде бы ящики, они как были открыты, они открыты. Поэтому вроде бы все хорошо. Здесь дверь, дверь закрыта. Здесь цветок, 2 таблички, картины. Окей, двор. Во дворе ничего не вижу, очень темно. Это будет, наверное, самая сложная здесь комната. Туалет, 3 двери, 2 умывальника, куст. Ну, вроде бы все легко. Так, тут то же самое, 3 двери, 2 умывальника. Склад, разбросаны болты всякие, молотки, стул стоит, запомнили. И кухня, куча всяких различных горшочков, двери. Ну, вроде бы все понятно. Так, стоп, вот этот стул, он там стоял или нет? Смотрите, вот этот стул, он там был или нет? Давайте попробуем, репорт, главный зал, дополнительный объект. Так, получится? Аномалия не обнаружена. Окей, каждый раз, когда я даю ложную аномалию, что-то начинает происходить страшное. Давайте посмотрим-ка в архиве, что у нас. Все так же открыто. 5 часов осталось, нам осталось 5 часов выжить. Господи, боже мой, страшно. Это означает... А, все, с этого момента пошли аномалии, друзья. Вот с этого момента все, начались аномалии. Так, здесь тюльпан, запомнили. Запомнили, что здесь тюльпан. Это очень тяжело. Это реально очень тяжело. Ну, нужно быть реально самым внимательным человеком, чтобы здесь что-то разузнать, чтобы что-то понять. Опа! Молоток, видите? Молотка не было, по-моему. Не было. Дополнительный объект. Не было молотка там. Я отвечаю, смотрите. Сейчас пропадет. Да! Круто. Все, вы поняли, как это работает? Вот так вот это работает. Очень тяжко. Хотя бы одну аномалию мы с вами уже нашли. И что, напоминаю, пишите в комментариях, кто я пропустил. Будьте тоже безумно внимательными. Тут вроде бы все нормально. Здесь 2 молотка, как и было. Кухня. Горшочки на месте. Вот эти вот коробки, они были или нет? Не знаю, даже тяжело. Так, главный зал. Ящики открыты, стул на месте. Каждого стола по 4 стула. Надо это запомнить. Так, архив. Вот какие-то книжки меняются вот эти вот сверху. Но я не уверен, если честно. Тяжело. Коридор, тюльпан. Дверь закрыта. Ой, у меня мурашки по коже. Сейчас ночь, у меня в комнате темно. И я играю в эту страшилку. Это очень страшно. Так, посмотрим дальше. А тут вроде бы все спокойно, все хорошо. Кухня. Ну вроде ничего не двигается, вроде все нормально, да?
Вот эта гигантская комната, здесь столько всего запоминать надо. Вот это страшно. Молоток был, я помню его. Картина, стоп. Так, 4 часа осталось, 4 часа осталось. Живем как можем. Здесь вроде тоже все хорошо. Стоп, картина поменялась. Либо слишком много аномалий, вы теряете рассудок? О нет, нет. Так, во дворе все нормально, мужской туалет, все нормально, женский туалет тоже все нормально. Ой, мне страшно, мне очень страшно. Когда слишком много аномалий, происходит галлюцинация у нас. Какие? Ладно, давайте попробуем. Репорт, главный зал, передвижение объекта. Возможно, какой-то стул переместился, я не заметил. Нет, мне конец. Здесь все нормально. Кто-то идет. Стоп! В архиве! Что это было? Звуковая аномалия! В архиве! Звуковая аномалия! Что? Это нарушит? Да хватит! Мы проиграли. Монстры на камерах сильно влияют на рассудок. Долгий контакт с ними может быть фатальным. Увидеть монстра за углом лучше через F5, иначе он вас поймает. Правда? Там где-то был монстр? Так, давайте посмотрим, что мы не поняли. Я начал новую игру. Ну, здесь вроде бы... Ну, реально, ну, никаких изменений. Тут орхидея. Тут тоже ничего такого. Значит, картина, тюльпан, ящики закрыты. Тут открыты. Вот здесь что не так? 4 стула. Везде 4 стула, тоже все нормально вроде бы. Возможно, ящики позакрывались, да? Скорее всего. А, тут еще пила есть какая-то. Тяжко. Очень тяжко. Я честно не понимаю, что мы упустили, что мы не увидели здесь. Если хотите, потом можем будет с вами поиграть на стриме в эту игру. Вот на стриме будет очень интересно, прям потому что вы будете прям в онлайне писать, а где какую аномалию вы увидели. Картины хорошие. Двор. Ну, по крайней мере, хотя бы одну аномалию я увидел, и все хорошо. Ладненько, попробуем. Вот это непонятная комната, здесь даже нету ничего, слепая зона. Окей, все, тогда возвращаемся обратно, садимся за компьютер и внимательно смотрим на камеры. Картина коричневая, голубая, ящики открыты, стулья стоят вот так, запомнили. Окей, архив, молоточек, орхидея, ящики открыты, книжные полки никаким образом не меняются. Коридор, орхидея, тюльпан, короче говоря, белый. Тоже ничего не меняется. Здесь дверь закрыта. Хорошо. А тут красная роза. Двор. Двор как двор, не знаю. Я бы здесь гулял бы спокойно. Вот собака, можно пройтись, погулять. Да и хорошо вообще. Чем бы и нет. Туалет мужской. Тоже, в принципе, нормально. Я выбрал бы вот эту вот посередине кабинку, потому что она светлее всего. Значит, там самый лучший свет. Значит, организаторы этого заведения не платят за свет. Это плохо. Это реально плохо. Не поддерживаем такое, за свет нужно платить, потому что, ну, свет это жизнь. Тьма это не жизнь, а вот свет это жизнь. Кстати, да, вот эти ящики были здесь. На кухне вообще никаких припасов нету. Вот что тут готовить? Зачем вообще охранять этот объект, если тут нету еды? Как питаться вообще тогда? Не ясно, непонятно. Ой, ладно, ждем тогда каких-нибудь аномалий. Пока что реально ничего не вижу здесь. Итак, началось. 5 часов. 5 часов. Стулья не поменялись местами. Коричневая, голубая картина. Тут сказали, что можно от F5 смотреть. Подождите, а вдруг нарушитель? А как выйти? Вот, я могу выйти, да? Вдруг он у меня здесь бегал? Прямо у меня тут. Это было бы стрёмно. Так, еще раз. Есть что-нибудь? Вот, стул, подождите, стул, вот, его не было здесь, по-моему, я не помню, чтобы в архиве был стул. Репорт. Да в смысле, много аномалий. Так, лишний объект, где, вот, дополнительный объект, смотри, сейчас пропадет стул. Смотри. Ладно. Хорошо. Это странно. Значит, там был стул. Тут ничего нет, в коридоре, ничего не поменялось. Вторая камера, ничего нету, дверь закрыта. Четвертая камера. Ничего не поменялось. О! Где? Кто? Что? Где? Кто ходит? Что сейчас было? Кто ходит? Где? Репорт. Архив. Нарушитель. Да в смысле? В смысле не обнаружено? Так, смотрим внимательно. В коридоре. Никого нету. Ничего нету. Вообще ничего не меняется. Дверь закрыта. Тут тоже ничего нет. Во дворе. Кто-нибудь есть? А ну выходи. Ничего нету. 4 часа. Как? Как? Ну я видел, там молоток был в туалете. Я видел, там был молоток в туалете. Тяжело. Смотрите, здесь есть кувшин.
А когда-то его не было, он пропал. Вот этот вот один кувшин, он пропадал точно. Да, я не заметил этого. Понятно. О, я его вижу! Офигеть, он был там, вы это видели, с ума сойти. Я видел этого нарушителя, его надо было найти, зарепортить, успеть побыстрее. Ясно, все теперь понятно, я все понял. То есть, получается, нам нужно обнаружить этого нарушителя и после этого уйти на другую камеру и зарепортить, чтобы не смотреть на него. Все ясно. Так, смотрите, 3 кружки, 4 кружки, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 3. Запомнили. Архив, смотрим. Вроде бы ничего. А я могу, интересно, поле зрения еще больше сделать? Класс, просто класс. Замечательно. Так, первая камера коридора. Не вижу никакого нарушителя, нигде его здесь нету. Правильно. Окей. Дверь закрыта. Здесь все на месте, все хорошо. Во дворе. Вот он наверняка во дворе прячется, я его просто не вижу. Из-за того, что темно очень. Вот 100% он где-то тут. Ладно. В туалете. Если он оказывается в женском туалете, это определенное нарушение. Ну, вы сами понимаете. Так, два молотка, стул, а, три молотка, вон там еще один молоток подо мной находится. Кухня, все хорошо. Ребят, это очень сложно, это прям безумно сложно. Так. Ну, смотрите, пока что вроде бы все спокойно. Три молотка, стул, хорошо. Женский туалет тоже нормально все. Здесь два молотка, стул. На кухне тоже никого нету, все хорошо. Смотрим. 4, 4. Стула тоже 4, 4, 3. Все хорошо. Ничего не открывалось, ничего не закрывалось. Архив. Все открыто, все закрыто. Ничего нет здесь, с правой стороны ничего не стоит. Стул пропал. Стул. Нет, стул тут. Хорошо. Так, орхидея, картины. Либо я слепой, либо я вообще не вижу никаких аномалий. Шкафчик этот был открыт. Точно помню, открыт. Дверь здесь закрыта. Подождите, а может быть вот эта дверь была открыта? Это что? Это коридор. Коридор открытия-закрытия объектов. Коридоры открытия-закрытия объектов. А ну-ка. Аномалии не обнаружено. Обалдеть. Мне очень страшно. Но я ничего не вижу, тут ничего нету, ничего не меняется. Или меняется? Орхидея. Открыто-закрыто. Тут ничего. Двор, во дворе есть что-нибудь? А ну-ка. Эй! Ничего не вижу, микрофон ударил. Я бы его съел, но не буду. Тут тоже пусто. Да ничего не меняется! Во, лишний объект, мне кажется. Смотрите, в туалете. Репорт, туалеты, дополнительный объект. Смотри, сейчас картина пропадет. Вот не было этой картины точно. Да как? Так, кухня. Ничего не пропало, все хорошо. Главный зал. В зале кто-то поселился? 3, 4... Нет. Архив. Есть тут открывается только один ящичек? Простите меня, это невозможно вообще отгадать. Ничего. Да. Не, ну серьезно, я вообще ничего не вижу. Он мне сейчас скажет... Ну, слишком много аномалий. Вот, опять звуки какие-то. Где он ходит? Где он ходит? Да хватит! Вот где? В какой комнате он ходит? Да я не вижу его! Где? Где? А ну-ка, покажись, где ты находишься? Сейчас я к тебе прибегу, люлей тебе раздам! Я не понимаю, помогите мне
кто-нибудь, пожалуйста. Ну ничего ж не было, просто ничего. Ну ничего же не было вообще. Какие слишком много аномалий. Ребята, напишите мне в комментариях, потому что я реально, походу, не замечаю эти аномалии. Это странно, это реально очень странно. Мне реально даже будет самому потом интересно посмотреть, что я не увидел. Ну что я не увидел, смотрите, два ящика открыто. Три ящика открыто. Все нормально вроде бы, в архиве тоже. Вот эти все ящики открываются. Может, типа там свет горел, хотя он не должен гореть. Не знаю. Как будто дверь ближе была, нет? Подождите, как будто дверь ближе была. Ох, тяжко, тяжко. О! Вот этот навес, он был? Был? Или не был? Подожди, репорт. Кухня. Дополнительный объект. Вот этот навес какой-то серый. Не было. Ладно. О! Звуковая аномалия в мужском туалете. Так, туалеты. Быстрее, звуковая аномалия. Слышу, капает что-то. Капает. Да? Да, аномалия исправлена. Супер. Хорошо, идем. Так, три молотка. Кухня. Вроде бы все хорошо. Главный зал. Два ящика, три, четыре. О! Стоп, да? Пропажа объекта, по-моему. Главный зал, пропажа объекта. А, нет, я думал, что кружка пропала, но она не пропала. Да, аномалия не обнаружена. Архив. В архиве. Вот как будто вот слева слишком много стало этих открывшихся штук. Открытие-закрытие объекта. Вот как будто слишком много ящиков открылось-позакрывалось. Не знаю. Конечно, не обнаружено. Конечно, тут открыто-закрыто-закрыто. Хорошо, здесь все то же самое. Во дворе. Никого не вижу. Тим. Опять идет гад такой. Где? Так, репорт. Хранилище, нарушитель! Быстрее! Какой в очереди есть репорт? Отстаньте! Ох, это тяжко. Это реально тяжко. Господи, что происходит? Где я? Что со мной? Я камера! Нет, я камера! Ладненько, друзья, давайте на этом мы сегодня закончим. Я предлагаю в это поиграть вместе на стриме. Поэтому подписывайтесь на телеграм прямо сейчас по ссылке в описании, чтобы быть в курсе новостей, когда будет стрим, потому что это тяжело. Без вашей помощи это сделать реально тяжело. Но очень интересно было, прям очень интересно. Мне прям безумно будет интересно посчитать ваши комментарии, что вы там написали, что вы заметили, чего я не заметил. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если видео, друзья, мы для вас, друзья, фикса. Всем удачи и всем пока. Увидимся в шурлике. Пока!